В Люберцах стартовала прививочная кампания. Бесплатно защититься от сезонного заболевания можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах для вакцинации. Наша съемочная группа встретилась с жителями округа, которые уже позаботились о своем здоровье. Спасибо. Не только безболезненно, но и оперативно. Для того, чтобы защититься от гриппа, достаточно зайти в этот специализированный автобус. Процедура занимает несколько минут. При себе необходимо иметь паспорт и хорошее самочувствие. Это очень удобно. Приду мимо, смотрю, стоит машина, зашла. Это не надо в поликлинику идти. Я сейчас приду домой, мужа пришлю сюда обязательно. Один раз переболела, и после этого я уже боюсь. Теперь я уже прививаюсь. Пройти вакцинацию в такой поликлинике на колесах могут граждане России, достигшие 18 лет. Перед уколом каждый посетитель дает письменное согласие, а прививку делают только с разрешения врача. Красное горло, температура, повышенное давление. То есть противопоказания есть. Если их нет, то я делаю прививочку. Вакцинация, как быть защитой, все-таки иммунитет начинает вырабатываться. Пациент, который сделал прививку, уже не будет болеть. Или если переболеет, то в очень легкой степени. Дети и беременные женщины воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта не могут. Им необходимо обратиться в поликлинику. Впрочем, сделать прививку по старинке в стенах лечебного заведения могут все желающие. Во всех поликлиниках открыты вакцинальные кабинеты, которые работают в часы работы поликлиники. Это с 8 до 20 и в субботу. Кроме воскресенья, каждый день в поликлинике можно прийти и привиться против гриппа. Для того, чтобы избежать эпидемии гриппа и ОРВИ, в городском округе Люберцы необходимо привить не менее 60% населения, а это около 212 тысяч человек. Все врачи в один голос говорят, что если будет наложение микс гриппа и коронавируса, то это будет печальная история. Я искренне желаю всем здоровья, но при этом надо о нем заботиться. Это физкультура, спорт, это свежий воздух, но это и прививка от гриппа в том числе. В первой партии городской округ Люберцы получил более 14 тысяч доз вакцины. Это препарат отечественного производства «Совигрип», который уже доказал свою эффективность. Он формирует иммунитет в течение 2-3 недель и поддерживает его целый год. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.